Пока горожане праздновали день рождения Саратова, спасатели работали без устали. Так специалистам службы пришлось доставать раненых из Лады Калина. Легковушка врезалась в столб на Чернышевского. По словам очевидцев, автомобиль подрезали. Водитель Калина, чтобы не столкнуться с нарушителем, свернул с дороги в столб. Помощь врачей потребовалась только пассажирке легковушки. Пострадавшую увезли в больницу. А вот в центре города пострадали любители ночных гонок. На перекрестке Московской и Радищева дорогу не поделили «Жигули» 13-й модели и «Хёнде». У трех пассажиров серьезные травмы. Медики увезли их на скорой. До приезда врачей пострадавших доставали из машины очевидцы. Прохожие выбили стекла и вытащили раненых на улицу. По их словам, водители решили посоревноваться. Один подрезал другого, и легковушки столкнулись. Назвать главного виновного в аварии автоинспекторы пока не решились. Слышу. Подбегаю к этой машине из багажника, все вытаскиваю. Бегом лобовуху разбиваю, вытаскиваю его, багажник скрываем весь, аптечку находим, вся машина затушилась, и аптечку начинаем их обоих лечить, все. На Ускурдюмском шоссе парнокопытный угодил под грузовик. От удара животное отбросило на проезжавшую рядом иномарку. Рогатого привязали к машине и оттащили на обочину. По словам водителя грузовика, появление быка для него стало неожиданностью, поэтому он и не успел вовремя затормозить. В итоге помогли автомобилистам спасатели. Они увезли быка в ветеринарную клинику. Сейчас полицейские ищут его хозяина.